Привитос, амигос. Не знаю, почему мне кажется, что некоторые из вас начали это утро именно созерцая вот такую картину похожую. То есть вы сидели вот так вот над унитазом, только крышка была приоткрыта, и вы сблевывали туда остатки, вернее, последствия алкоголя и интоксикации. Ну, сам таким был. Значит, я эту серию специально приберег на первое число, не стал ее вчера выкладывать. Потому что я знаю, это как, это утро 1 января, когда встаешь с бодуном. Вот. И делать абсолютно нехер, вообще вот нечего. Ты встал, попил, пожрал, такой садишься. Думаешь, ну чё, смотреть какое-то кино, так ничего вроде не вышло, все уже было пересмотрено, наверное, все новинки. Вот. А тут раз и летсплейчик ваш любимый по Fallout. Круть? Не знаю, надеюсь, круть. О! А как бы к нему? А как бы... А, блядь! Чёрт. Надо будет встроить парктроник в этот экзоскелет при следующем крафте. Парктроник в виде глаза в задницу. Hello, father. Да, давно не видели. What would you do when someone has stolen from you? Я представляю этот разговор. Привет, отец. Привет, отец. I teach the guy a lesson. Make sure he knows. У него что-то украли, да? Using physical force is never my first choice, but there are times when it becomes necessary. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. А, вот он момент истины, выбор, подземка или институт, институт или подземка. In their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs. А кто это сделал? They mean well. They're only doing what they think is right. You dealt with Libertalia. That's the result of their selfish, short-sighted plan. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached a point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths and need to reacquire them before the railroad can hide them. Интересно. Sounds pretty simple. Hopefully, yes. But it's important that we act on this soon, before the railroad has any indication we've tracked them. We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the Synths. Сынок, подземка в курсе уже минуты две. А, все сделаю. Всех убью, один останусь. Давай уже. Банкер Хилла. Связной удачи. Добраться до Банкер Хилла. Не обязательно проинформировать братство. Проинформировать подземку. А братство-то нахера мне информировать? Эй, братство, институт хочет уничтожить подземку. А они такие, а нам-то чё? А ты такой, ну типа, хуй знает. Может, вам интересно, может, нет. Так, надо проинформировать подземку. Штаб подземки, Банкер Хилл. Так, ну чё? Поиграем в Павлика Морозова, что ли? Только там наоборот, Павлик предал батю, а здесь батя сына предает. Хотя сын старше бати, бля, у меня мозг плавится от этих перипетий, которые они замутили под впечатлением от Интерстеллара. Пошел нахуй отсюда вместе со своим памом этим. Я его мамку делал, твою тоже. Да, кстати, время апгрейднуть джетпак на броню, но не на эту, я потом на нормальную броню себе джетпак апгрейдну. На самую крутую, потому что, ну, разбодяживать, как бы, эти ресурсы-то. Ах ты, сука, еще не хватило, да, в жопу, и так пойдет. Я буду одноногий Джо. Так, а вроде говорили, что там алюминия мерено-немерено из оборудования этой ссаной подземки. А, я ногу починил. Я вообще не понимаю, что я починил. Said, да, дьякон не врет. Ты бы знал, какой он пиздобол, господи. Он врет, как дышит.
knows about Bunker Hill. They're planning to recapture the synths there. The timing couldn't be worse. The old man's been sitting on those four synths. There's nowhere else that's safe we could put them. Maintaining your cover is vital. But this, the sacrifice is just too great. How much damage would it cause if we let them hit us? We're running out of places to hide our synths. That's why we put so many eggs in one crowded basket to begin with. So what would we lose? Four synths, Stockton, some of our best agents, and the inevitable civilian... А мирные жители там откуда? No, not this time. We've never known when and where the Institute would strike us next. But now we have a chance to turn the tables. We wait until the enemy is in position, then we hit them hard. No one they send out comes back alive except you. Никто, кроме тебя. А я что скажу? А я знаю, я скажу. Ну, хуй знает, дерьмо случается, да? Так? Выразить надежду. With me working the inside angle, this is doable. We can't attack too early. Вот так вот выражается надежда. Выразить надежду. You'll probably have a courser escort. You'll have to take him down. You've done it before, but it'll still be dangerous. Охотника, да я их щелкаю, как бля. Like you said, I've done it before. It's a risk, but it's one we have to take. So get it done. Ну чё, проинформировать братство стали, устроить мега замес. Бля, это будет так ржачно. Давай, братство стали, подтягивай паладосов. Ой, бля, вот это будет замес. А кто-то в комментах писал, войны не будет. У меня будет, бля, еще какая. Вторая межзвездная сейчас начнется. Пиу-пиу. Грузись, скотина. Мне кидают постоянно эти видосы про этот пип-бой. Я знаю, что... какую-то там коллекционку, мега-коллекционку положили пип-бои эти. Так, ну чё, идем второй раз родину продавать. Так, дай-ка я сохранюсь, а то хрен его знает, чем там это все кончится. Как в этом южном, не грози южному централу, он вклинился в разборку между этими, в итоге его замочили эти и другие. However, you've secured passage to and from their facility, which was ну и какой проступок? Бля, классно у него это. Дубленка где взял? В мире кожи и меха, наверное. Да, а у меня есть для тебя сразу две залупы, на которые ты можешь пойти. А, блядь, какие вы нудные. Background to explain. About 10 years ago, the Brotherhood began recruiting civilian scientists from the Capital Wasteland to assist with various projects. During this process, we were able to obtain the services of Dr. Madison Lee, a noted mind. Боже ты мой, продолжай. О, какая удача. That's fortunate. Yes, it was. Securing useful resources during wartime is critical. That said, да что ты говоришь? Вы, наверное, блядь, танки строите. Порядок, блядь, в столице. То есть вот этот порядок, да, когда вот, сука, двух шагов не пройти и находишь локацию, заселенную какими-нибудь пидорами воинствующими, там, рейдерами, которые там всех вырезают, роботами, еще чем-то. Это братство стали такой порядок навела. Поздравляю, это было отлично вообще. Just giving you the proper background, soldier. Нахрен твоя информация. Скажи просто, что тебе надо, борода. Кстати, не ты там в стритфайтере бешеный русский. If you find out that she's still alive, make contact with her and convince her. А, доктор Ли из пустоши. Точно, кто-то про нее спрашивал. And it needs her attention. Да, я знаю, ты ее, видать, хочешь, да? What's this project that needs her attention? Dr. Lee previously worked on a potent weapon for the Brotherhood. Над мощным оружием работал доктор Ли. That's all I can tell you. Just keep your mind on the mission and don't let anything they say sway you from your duty. Good luck, Knight. Зиг Хайль. Hope letting integrity looks good. Я тебе сейчас еще кое-что даже скажу, прикинь, чувак, вообще охереть. Во. How did you obtain this information? Потому что ваша разведка говно.
Невозможно пойти в разведку, не в полицию, в силовой броне. Я из института. And you've done the right thing by reporting this to me directly. Well done, soldier. Your report provides us with a golden opportunity to state our intentions to the institute. Заявить институту о себе? Блять, тут висит ваш огромный ебучий дирижабль, который видно абсолютно из любой точки. Нахрен о себе заявлять? I'll instruct Kells to assign you the appropriate backup. Dismiss, soldier. Ликвидирую синтов. Ой, блять. Вот это сейчас будет месиво, походу. Ой, бля. Ой, ой, бля. Сука, с дирижабля можно сдриснуть? Да, хуй-то там. Дерьмо. Братство стали дерьмо. База у вас дерьмо. Вот почему подземки? Можно из подземки телепортнуться, а здесь нельзя. Да, к этому замесу надо подготовиться, надо взять броню Анклава, чтобы показать братству Стали, что они сосали. И сделать наконец-то этот проклятый джетпак. Ну грузись, сволочь. Сука, следующий донат придется собирать, наверное, на эту, на SSD-шечку. Сука, на очень большую SSD-шечку. Так, ну чё, кто-то просил меня, разбежавшись, сигануть с дирижабля, мать твою, страшно-то как, нормально. Рыбакоп прибыл, это... просто прибыл. Так, Кайф-Сити. Кайф-Сити находится под боком у братства Стали-Сити. Кайф-Сити... как-то очень удачно расположен. Да, ну братство Стали видно, что следят за порядком прям вообще. Они, наверное, сами туда заторчать приходят. Кайф-Сити в этот. Интересно, может, это бордель? Так, ну что, настал момент долгожданного крафта. Что происходит? Я думал, война идет. Так, я думаю, что эту... блин, эту броню надо починить. Починить, поставить ее на вечную стоянку. Да ёб твою мать. А пусть тут стоит, жопу надоело. Отлично, он взял другую броню, вот урод. Господи, почему он ближайшую, что ли, телепортирует? Как удобно. Ну сейчас перепаркую. Надо еще узнать, где тут XM02 моя броня-то, которую надо. Это почему-то одноногая стоит. У меня на самом деле есть запчасти, мне просто падло уже все делать. Так, 01. О, вот она темная. Да. По-моему, у меня еще есть. У меня, по-моему, две таких, нет? Ну вот она, броня True Терминатора. Кстати, вы заметили, что у меня на потолке есть дискобол? Единственное, что мне не нравится, горбатость этой брони, но я думаю, что сейчас визуально она будет исправлена, потому что сюда джетпак примандячится. Эй! Струджерс, ублюдок, только попробуй взять хоть один из моих костюмов. Надо туда капканы поставить в районе члена, блять, чтобы шишка чужого размера там сразу была откушена. Особенно если больше. Так, ну чё? Айда апгрейды вешать. Я модифицировать. Налобный фонарь. Яркий налобный фонарь хочу. Так. Радиофильтры какие-то. Сенсоры. А враги, в которых вы целитесь, отмечаются на компасе. Нихера себе. Визор подсвечивает живые цели. Повышение интеллекта. О, повышение интеллекта. Это круче, чем враги, в которых вы целитесь, отмечаются на компасе. Блять, зачем они отмечаются на компасе? Что за дерьмо? Отмечают, подсвечивают живые цели. Но это убого будет выглядеть. Зелеными, я думаю, они будут светиться. Повышает вероятность удачной атаки у вас. Вот это, кстати, неплохо. Но причем вот это улучшение третьего левела, а вот это все второе. Интеллект 2. Интеллект двоечка. Для чего интеллект нужен, я не знаю. Ментанты можно жрать. А вот, вот это круто. Потому что у меня очень косая. Очень косая стрельба.
Повышает сопротивление энергии, повышает сопротивление энергии. Воу-воу. Урон от взрывов, энергия. 200. Почему вот на это надо второй уровень? Да? Это вообще не надо. А. Фотоэлектрическое покрытие. Скорость восстановления ОД, если персонаж находится на свету. Говно. Титановая обшивка, включение запаса прочности брони. О. А что это такое? Повышает... О, нифига. Б4. Охереть. Жалко, что визуально ничего не меняется от этих апгрейдов. Левая нога. Так, а куда джетпак-то вешается? На туловище, да? Ой, объективно оставить самую топовую. Экранирующее покрытие. Ну, запас прочности туловища это бред. Ничего с ней не станет. .340, .350. Вот это, я так понимаю, самое крутое. В принципе, энергии так топом не стреляет, одни роботы. Возвращает атакующий 50% урона. Охереть. Катушки на энергетический урон, находящийся рядом врагам. Реактивный ранец. Блять, наука 4 левела нужна. У меня что? Говно сраное. Давайте катушки Тесла пока поставлю. Хер бы с ним. Падла, я думал, что джетпак будет. Сука, облом. На самом деле, я понял, мне алюминия не хватает для того, чтобы скрафтить гребаный джетпак. Поэтому сейчас я просто буду люто барахлить любое говнище, где есть алюминька. Вот, яркий фонарь, это я понимаю, когда вынимаю. Так, ну чё? Айда разруливать ситуэйшн, чё там? А, инфо, задание, это в чем? Подождите. А, проинформировать подземку, братья устали, добраться, а вот. Битва про Бункер Хилл. Разборки. Сейчас я надеюсь на кровопролитные столкновения, на перестрелку в стиле а-ля Звездные войны, нападение штурмовиков на Татуин. Что-нибудь такое прям. Прям хочется немножко дичи какой-то прям. Давай, грузи быстрее уже. Ну, война же, война. Эта серия должна быть просто огонь. Хотя, может, нет, а то с бодуна у всех голова болит. Надо выстрелов поменьше. У меня есть это ружье с глушителем. Ой, блин. Опять пип-бой покрасывает. Покажите что-нибудь другое уже. Лучше птелок каких-нибудь голых крутили здесь. Может, даже старых и обвисших. Это все равно будет интереснее, чем сраный пип-бой разглядывать. 25-й раз. Со свисками, с проводочками, со свечками. Очень долго грузилось, видимо, тут реально сейчас война начнется. Ну-ка, я крут. Дьявольски крут. Крутость просто вообще нереальна. Так. I've been waiting for you. Я вас ждал. Yeah, the line at the car wash was super long, took me forever. Your attempt at humor is wasted. Крайне жалкая попытка пошутить. Вот поэтому институт и умрет. Шутка была отлично. Что так лагает-то? The mission's parameters just changed. We're going shooting. Requesting backup relay now. Винтокрыл услышал, что ли? Да, это братство стали вышло. О, вон, смотри, десантник из стали.
Где он? О! Отлично. Давай, братство стали, я за вас, пацаны. Мочите, хуячьте их. О, еще и гули. Представители нейтральной стороны. Не, по-моему, братство стали... А, бойцы подземки. Все, наших бьют, ёпта. Отлично, я прокачал себе точность. Вот. Я хоть тех синтов убиваю, то ёптать. Бедные, они даже, блядь, не понимают, что я против них. А это что за... Рыцари братства стали, и вы здесь. Ну что ж, простите. Эти тоже нихуя не втыкают, что... Что их предали. Господи, какая тупость. Бля, вот, сука, как была игра сделана, по большому счету, через жопу, блядь. Несколько лет назад, да? Когда там... Так оно все и осталось через жопище. Можно, блин... Я не знаю, ну, блядь, а почему они сдачи не... О, винтокрыл наебнулся. Смотри, как горит. Что это он от зажигания? Я же вроде не зажигательными стреляю. Что, он падать-то будет все или нет? Так, что, Лан, за задание-то сейчас? Разобраться с сбежавшими синтами. Поговорить с отцом в развалинах института. Так, блять, разбираться или нет? Видимо, не надо разбираться. Ой, блин, да. Не, ну скажите же, согласитесь, что это тупо. То, что вообще это возможно было сделать, да, устроить перестрелку и... И просто... Не даже и стрелять по... Тем, кого ты предал, они в тебя не стреляют при этом вообще ни при каких обстоятельствах. Тупое говно. Ну, где этот отец? Он, насколько помню, в зеленой вот этой херне. Почему-то метка на карте не появилась, значит с ним еще... А. В развалинах института. Так он, блядь, не там, что ли? Фу ты, бля, мудак старый, а? Чё его туда хер-то понёс? Я даже сразу не понял, думал, так опечатались, может, или что-то. Хер узнает, что имеет в виду. Он в натуре в развалинах института тупит. Чё, видимо, его сейчас убить надо будет, походу, нет? А он не сделал там какого-нибудь синта себя на случай? Ребенка-то я видел, а взрослого? Сейчас окажется, что он синт. Вот это будет вообще огонь. И жена была синт. И герой синт. И вся планета синт, и Иисус. И синт Иисуса спустится с небес. Рейден! Так, где он здесь? Судя по компасу, мне надо войти в институт, нет? Мудовый квест, очень мудовый. Я просто смотрю на этот радар и не понимаю, мне куда надо-то.
Видимо, вовнутрь, да? Или наверх? О боже, вот это проблема на самом деле всех частей Fallout, что во второй половине игры он, блядь, перестает быть интересным, по-моему, совершенно. Он скатывается в лютое говно. Вот они как будто, знаете, так бывает, когда за что-то возьмешься делать, сначала тебе интересно, ты половину делаешь с энтузиазмом, потом тебе надоедает, и вторую половину ты уже делаешь на отъебись. Совершенно, совершенно отъебись. У меня такое чувство, что вот это вторая половина, которая, собственно, и сделана. Ну, отвалите. Хотя вот в третьей части там хотя бы интрига была в конце, в концовке. Но и то, когда уже супермутанта берешь в напарники, и в конце можно им, типа, даже не пожертвовать. Он там даже не умирает, он же и так супермутант, ему радиация пофигу. Это делает концовку третьей части крайне убогой. Этот идеализированный вариант, знаете, надо было все-таки становиться на том, что либо ты жертвуешь собой, либо не жертвуешь собой, все. Ну что, папуля? Смерть твоя, походу, пришла. Ну а куда он смотрит? На винтокрыл, что? Сын. Сын? И не побывал за пределами института? I've never had a reason, but now this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. Что там за дым такой? Под окнами местная шпана конючит. Now future. Now, now future, now. If only it were that simple. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you I was kidnapped from that vault. In truth, на самом деле институт спас меня. Ну ты и промыт. Мне вот интересно, а почему институту был нужен? А, ну да, непорченный ген. И что попка ни разу не какавшая. Did he? Well, he was correct. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, а мать ребенка не была запасным вариантом номер 3, например. Contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA. Preferably related to. Нахрена схоже именно с твоей? Реально, что на нем? Свет клином сошелся. So you were kept alive and safe within the vault. Да, а мать убили нахуй, потому что она, ну, она же женщина, во что? Женщина не может руководить ничем. In all this, to not only do so, but manage to find me. А это ты приказал мне выпустить? To infiltrate the institute itself, extraordinary. So it was you. You let me out. Yes. It was my decision. А почему так поздно? It was no longer necessary to keep you suspended. I, well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. I had no idea what kind of man you were, you see. Would the Commonwealth corrupt you, as it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious. Он проводил опыты над своим отцом. Как это мило. After all this time, attempt to find me. And now I know the answer. Я все еще люблю тебя. This is science to you. It's pathetic, all of it. I'm sorry you see it that way. Perhaps in time you'll see it differently. Дай мне достать пушку, я отстрелю тебе бошку. I hope you'll understand. Everything I've done
В Fallout New Vegas такой выбор делается примерно в первой трети игры, когда ты фракцию выбираешь. То есть вот этот радикальный выбор фракции, а здесь он как далеко пошел зайти. You can imagine that I find that very hard to believe, given that all the intelligence leading up to this indicated we'd taken them by surprise. Bunker Hill was to cement your как там я хотел... А, ну хуй знает, говно случается. У меня же харизма, у меня же убеждение, убеди его, ублюдок. They had no way of knowing what was going on. I will refrain from sharing the outcome with the directorate for the moment. Things are already in motion that this would only derail. Speaking of which, it's time for you to become more involved in the future of the Institute. А, он не понял, что это я его вломил, да? Inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. Осёл. It's time to go back in. Посетить. Что, об этом не надо докладывать в подземку? Продолжать сотрудничество с отцом. Скрыть тайник. Вылазка. Инграм какой-то изнутри. Разыскать доктора Ли. О! Точно, доктора Ли же можно еще убедить. У меня же как раз убедительность вообще наиубедительнейшая. Что за говно? А, поговорить с Вирджилом. Вирджил же. Че, кому ничего интересно, что там с этим зеленым уродом? Так, ну че, где он тут? Где эта зеленая жаба? Давай на руках бороться. Я в экзоскелете, а ты это... А ты супермутант. О, блядь, да ладно. Welcome back. It needs some refinement, but I think we can consider my serum a qualified success. Ограниченный? Твой член остался большим и зеленым? This is a qualified success? There were some side effects to the process. I seem to have hair again. And I've retained some muscle mass. The genetic resequencer needs more work. Still, I take your point. This is a significant advance, but only for one strain of FE. Часть мышечной массы. Years, perhaps decades to generalize my formula. Still, you have my gratitude. Да, и я стал похож на Бандераса, да? Забыл добавить. Help yourself to any of this junk if you want it. In the meantime, I have a lot of experiments to run. It is rank in here. Воняет, да, это Вирджил вонючий. Так, что у тебя есть? О, алюминиевая канистра. Алюминия не счесть. Очень круто, очень круто. Так. Бесшумное говно. Говно. Да. Но Вирджил, видимо, идет куда-то странствовать теперь по своим делам. Или что? А, он будет здесь. Да. Какая-то не очень интересная концовка его квеста. Я думал, он впадет в безумие, набросится на меня, а я его убью. Это было бы круто. А, просто здравствуй, Вирджил. О, у тебя все нормально. Заебись, у меня тоже. Давай, давай, до встречи. Это какое-то говно. Где этот обоссанный институт? Так, чтобы сагитировать доктора Ли, придется приложить, видимо, всю свою харь... Я настолько грязный подонок, что буду агитировать ее прямо с заседания Совета местных директоров. Доктор Ли, не желаете ли предать эту секту буддистов? Какая милая старушка. Забей на них. Да что ж такое-то? Пожалуй, я не буду расходовать батарею и поставлю броню где-нибудь здесь. Надеюсь, она никого не смутит. Sir.
Are you sure this is the time to be discussing it? Ты на кого это узкоглазая якудза намекаешь? На мою силовую броню? Have you heard anything about phase 3? Подведем к сынульку. I have no idea what that is. I'll admit I'm relieved. It's intended to be something of a classified project, which I'm sure means everyone already knows about it. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. Интересно, зачем к его креслу сзади приклеен позвоночник с проводом? Our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. Время саркастического юмора. Such hard times down here. I would never disagree that life in the Institute is better than above ground. We have done much to ensure it. Now we take things even further. Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. Ядерный реактор. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Катастрофа. That's a disaster waiting to happen. Not in our hands. I assure you this is the answer. This is the future. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, я думаю, что подземка сейчас скажет взорвать реактор и уничтожить институт. Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above ground operations, yes? Well, he is gone. While I'm Сынок нашелся нового отмороза. He has proven more than capable of handling himself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please. Меня уже бесят ваши призрачные намеки на то, что я здесь чужой. I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry, this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm sorry. Мне очень жаль, сочувствую вам всем, но я умираю. Please, I'm sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. Ну тогда и хуй с вами, тем более, ёптать. There must be something we can do to help you. The only thing that matters now is continuing the Institute's work. It will be all right. I assure you, we can talk more. Такой навороченный суперкрутой институт, а рак до сих пор не победил? Или о чем он-то умирает? Is at stake. The Institute cannot survive without leadership. The Directorate must continue to govern. Ну понятно, опять есть предложение стать лидером фракции. Как вы заебали кучу беспомощного отребья. Минитмены. А, ну в Братстве Стали тебе никто высшие посты не предлагает. How can you possibly justify this? He isn't one of us. He isn't even a scientist. Ignoring your borderline insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. I believe my father has always been типа, ученый, не въебаться стал, что интересно. This will conclude this meeting. Thank you. Пошел ты нахер. Dr. Lee. Whatever it is, Мэдди? It'll have to wait. Эй, Мудисон. Whatever it is, it'll have да, блядь, как с тобой поговорить-то, и гражданочка. Эй, сучка, не хочешь предать институт и свою надежду в светлое будущее? Твоя тупорылая. Блять, это я в Минитмены вступил. Но делать это говно я, естественно, не собираюсь. Просто потому что... Я хотел Престона Грави, говорят, он 25% дамага добавляет. I had no idea. I know this is... Well, it's a lot to take in it. Как насчет целебного выстрела из дробовика здоровья в голову? Да, как нехер ты чё? Of course you can.
That's why I made the decision. Да, в натуре, мы же друг друга 3 дня знаем, почему бы не сделать меня лидером. На моем счету целых 1 проваленная нахуй операция, в которой погибли синты или кто там агенты. И 3 братьев стали. Я участвую сразу в 4 фракциях, в 2 из которых я лидер. Почему бы и не вы? Задатки. Это у меня просто мощные задатки. Чё там? Level up, сучья дочь. Так, что, наука? О, фанатик оружия, модификация 4 левела, да. Вы не просите, если я заберу отсюда свои вещи? Так, где эта убогая доктор Ли? Сейчас ее новый хозяин будет с ней разговаривать. Она уже вниз спустилась ли? А, вон она, на лестнице. Сучка, стоять! Стоять! Стоять, блядь! Whatever it is, it'll have to wait. Ах, оно может подождать. Ну, действительно, а чё бы, блядь, и не подождать? А кто это сделал? Синий халат, главы отдела института. Прикольно. Шоколадный все видел, придется убрать его тоже. О, боже ты мой. Блять, ну и дерьмо тупое. Я вот не понимаю, когда уже мы начнем восстание синтов-то здесь, ёптать, а? Я не хочу нахуй делать квесты ради этого ебучего института, который мне вообще насрать. Поговорить с Элли Флимор. А ты еще кто такая? Да-да, пошла ты, овца. Элли Флимор, она хоть здесь вообще? Ну, вроде да. It's been a pleasure to meet you. Nothing to report, sir. Busy day for you, isn't it? Well, it's about to get busier. You're going to lead this operation, I'm told. Absolutely. Absolutely. Александр Невский, вот так вот. Getting the reactor online has become our number one priority. It needs to be running, well, yesterday. Yesterday. Ой, my trouble seems so far away. Реактор почини. Блядь. Я подозреваю, что это мега унылая миссия по ремонту реактора. Да, вместе весело шагать по радиоактивным просторам, по радиоактивным просторам. И когти смерти убивать лучше хором. Заебали эти игры. Да, телепортироваться в Mass Fusion или трансформировать братство. Пошло это братство в Ванал. Все, короче, я думаю, что продолжение будет в другой следующей серии, потому что никакого восстания синтов тут не намечается, перестрелок не намечается, и намечается очередная какая-то полубесконечная миссия по ремонту от говна. Так что, ну чё, всех с первым летсплеем 2016-го. Чё-нибудь жмите, чё-нибудь пишите. Все, и айда похмеляться.